Во времена испытаний и нестабильности мы все ищем опоры, и порой помощь приходит, откуда ее не ждешь. Так случилось в жизни Николая. Круглый сирота, он работал дворником и попал под машину. С тяжелой травмой головы и без средств к существованию Николай оказался на улице. Его нашли и привели в Дом милосердия, где Коля обрел настоящую семью. Я приехал в Череповец из школы-интернат. Училище учился, потом на Северстале работал, а потом в рекламу ушел. Долго работал. Потом начал работать дворником, и у меня машина била. Знакомые увидели, сказали, где я работал, что, мол, туда пришел, и вот. А вы чем занимаетесь в Доме милосердия? Что вы делаете здесь? Помогаю всем дворникам, людям магазин постельное. Ну, то есть понемножку помогаю. Сегодня так много людей оказались в подобной ситуации. Бог желает спасти каждого человека. Он врачует раненые сердца и души, обнимая их своей любовью. Благодаря неравнодушным людям и служителям, сегодня подопечные Дома милосердия имеют не только кровь и тепло, но новую жизнь и надежду. За что вы благодарны Богу больше всего? О, за все. То, что мне остал жизнь. И всем людям, которых знаю, тоже помог. Спасибо.